Ребят, всем привет! Напишите, как меня слышно. О, я уже в эфире. Все, вижу. Так, ребят, да. Так, наверное. Все. Вижу себя, слышу себя. И, ребят, пока собираются. Так, а запись я нажала запись. Угу. Ребят, пока собираетесь, я, наверное, сделаю объявление такое небольшое. Ретриты, которые планировались в Санкт-Петербурге и в Екатеринбурге, их не будет. И те ребята, которые внесли предоплату, мы вам вернем эту предоплату в полном размере. Вот. Почему не будет? Ну, потому что у меня тут достаточные процессы такие серьезные начались самой собой, наверное, так это можно будет сказать, да? Процессы, некоторые исследования, обследования, и у меня просто не хватит времени. Просто физически времени не хватит, чтобы съездить, провести ретриты в Питере либо в Екатеринбурге. На Алтае и на Байкале летние ретриты, они так и остаются. Будут ли ретриты в этот промежуток после Нового года, я пока сказать не могу. Я пока так скажу, давайте я не планирую. Скорее всего, будут живые встречи, но в Сочи. Ну, не живые встречи, а, скорее всего, живая встреча, открытая. Вот. Может быть, это будет как бы двойная, первый, второй день, возможно, такое будет. Но пока я не могу сказать, потому что вообще не могу сказать, будут ли еще ретриты. Новый год, конечно же, планируем. В Новый год у нас, по-моему, есть еще несколько мест, или там, или закрыли места. Это в любом случае, если кто-то хочет, то напишите. Напишите мне, либо напишите Галине, либо напишите в школу. И там вас уже направят и скажут, есть ли возможность присоединиться к нам на Новый год. Вот, это первый момент. На Алтай, на Байкал можно присоединиться. Цены есть в Топлинке. Я цены, правда, ребят, не помню, но я знаю, что они будут с 1 февраля они будут подниматься, потому что нам там поднимают арендную плату. Вот, мы с ними договаривались изначально, что если мы не говорим полное количество человек, то в такое-то время она поднимается. Вот. Естественно, те, кто забронировал по
той цене, по этой цене, которая сейчас для этих ребят, она подниматься не будет. Вот. Будут ли до лета ретриты, я сказать не могу. Посмотрим, как, насколько мне захочется отвлечься в этот процесс, потому что я еще раз повторюсь, что процессы идут достаточно глубокие, и чтобы у вас было понимание, как, насколько они глубокие, насколько они масштабные, и насколько это, может быть, даже как-то не совсем правдоподобно для этого мира, для этой плотности, что сейчас ведутся у нас переговоры к следующему Новому году с глубоким, я бы так, наверное, сказала, с глубоким выходом в другой мир, в Румынии, в замке Дракула. Да, там сейчас ведутся переговоры по аренде, по взаимодействию с этим замком. Вот. И, возможно, следующий Новый год это будет уже там. Но я вам еще, конечно же, об этом скажу чуть позже. Вот. Но если кто-то планирует задолго, есть такая возможность запланировать свои какие-то мероприятия, то имейте в виду. Вот. И сегодняшняя тема, она не просто так поднялась, естественно. Вот. И тема: некоторые умирают в 25, и только до 75 их не хоронят. Я бы даже, наверное, сказала, что это не совсем философская тема. Вы прекрасно знаете, что я не философ. Я, конечно, могу поговорить на любую тему и поднять философию философскую, но я все-таки такой практик, логик, как бы оно ни звучало, наверное, несопоставимо с моим образом жизни, с моим мышлением, но это так. И почему я говорю именно про это? Потому как на определенных моментах, на моментах консультации, на моментах, ну, на ретритах, наверное, это сложно назвать, на ретриты все-таки едут ребята, которые даже неосознанно готовы выходить в другое поле. Но на некоторых ребят смотрю на живых встречах, и вот сейчас я тоже, я была на двух конференциях, вот, недавно выставляла сторис я в Телеграм, кто следит, смотрит за мной, и сегодня я была на одной из такой встреч. И эти встречи, они, вот эти вот конференции с миллионерами, миллиардерами, да, как любят рассказывать, с теми, кто ведет, как правильно сказать-то, охрану президента по здоровью, аппарат президента по здоровью, да, с этими людьми встречались. И ты на них смотришь, и ты понимаешь, что у них их коробочка, голова, забита под крышечку, а самого человека нет. И когда ты видишь, что этого человека нет, очень сложно его выцарапать и выковырять на уровень восприятия жизни. И очень многие люди сейчас, к сожалению, действительно их очень много. И такие люди встречаются, в том числе и мне, которые приходят, и у вас, возможно, были такие моменты, либо такие знакомые в вашем поле, когда приходят и говорят, что вот я все уже знаю,
я все прошел или прошла, мне все вот это понятно, и мне ничего не охота. Вот у меня опускаются руки, я не знаю, куда мне себя деть, подскажите мне мое предназначение, а что я должен делать, а смогу ли я так же, как ты, видеть, а смогу ли я так же, как ты, слышать, видеть прошлой жизни, предсказывать что-то и так далее и тому подобное. И некоторые людей ты смотришь, и вот этот вот сам человек в нем, он настолько маленький, он настолько вот этот вот маленький, такой же тоненький, пищащий голосок за вот этим вот хламом чужих умозаключений, за хламом социальных программ. И ты понимаешь, чтобы вот этого человека дотуда до него раскопать его вот в этом вот говне, в котором он погряз, чтобы вытащить его, чтобы достать его из самого себя. И тут возникает такой вопрос, а действительно ли тебе нужно тратить столько своей энергии, столько своих ресурсов, чтобы вытащить его оттуда, чтобы он посмотрел на эту жизнь, то, что он пропустил, то, что он пропускает каждую минуту. И, наверное, вот если посмотреть, то каждый десятый человек, особенно те, которые идут в просветление, в пробуждение, в какие-то моменты, которые для них кажутся какой-то вот основой нового мира, основой вот этих, знаете, переходов, про которые любят сейчас говорить, что у нас сейчас планета в переходе в 5D, в 3D, в 25D. Не знаю, ребят, я немножечко по-другому вижу эти моменты, и ребятам на ретритах я как раз рассказываю, прям показываю, и могу прям на доске нарисовать, как это происходит, что такое Земля, на какую форму она принимает каждые несколько, как каждое временной промежуток, и что случается, когда мы переходим на новый этап восприятия, который подняли вот в такое вот, что там, ой, вот это вот такой вот переход, вот этот переход, он случается постоянно. Постоянно мы как капсула отпучковываем одно от другого. И как оно происходит, я тоже это рассказываю. Почему некоторые этого не видят? Тоже это все, это такая легкая логическая цепочка, когда я это открываю, я же не говорю ничего нового. Я просто это простыми словами показываю то, что у вас сразу же это встраивается в самого себя. И это становится, да, действительно, это становится таким простым решением, которое ты думаешь, что, ну, как бы это логически понятно. Это не какая-то сказка сказочная. Это именно тот процесс, который понятен как с одной стороны, которые люди остаются в одном пространстве, так и с другой стороны людей, которые переходят в следующую реальность, в следующую плотность. И это настолько легкий процесс, и тут вы понимаете, что это происходит всегда. Это не то, что сейчас с нами такое случилось, и это вот нужно вот всем это рассказать, всем показать, что вау, посмотрите, сейчас вот такое вот происходит. Это происходит всегда. Ребят, у нас настолько сбалансировано все вокруг нас, что оно по-другому не может. Оно никогда по-другому и не было. Это настолько вот этот вот конец бесконечный, который происходит каждую минуту, каждое мгновение вашего восприятия. И когда происходит с человеком такое, что он говорит, что я не могу, у меня вот опустились руки, я не знаю, чем себя занять, и мне неохота вставать с кровати, мне неохота занимать себя чем-то новым, мне все неинтересно, я себя не могу найти, я столько всего перепробовал. Вот как только у вас появляются вот такие вот моменты, сразу же углубляйтесь в себя. Кто это говорит? Где ты в этом говнище и в этом хламе? Как у тебя может ничего не получаться? Как получается у человека,
который физически чем-то обделен, у которого не хватает что-то физически. Например, нет ног, но он бегает, он не сдается. Нет каких-то частей тела, но он ходит в спортзал. Он выглядит великолепно. Либо, как мы любим говорить, там солнечные дети, да, человек, который там с какими-то психологическими расстройствами. И когда вы заглядываете, объединяетесь с полем человека, вы понимаете, что нет никаких психологических отклонений. И вы там абсолютно спокойно можете находиться в его поле, которое намного шире, чем ваша плотность, в которой вам кажется, что вы абсолютно свободны. И когда у вас наступают моменты, что я не знаю, чем себя занять, что я не знаю, что мне сделать, вот в этот момент просто отпускайте голову. Просто убирайте управленца, который сидит в ваших мозгах. И это не с позиции, что не надо думать, ой, я поберегу мозги, вдруг они закончатся. Нет, ни в коем случае. Это как раз с той позиции, чтобы вернуться на чувствование себя через физическое тело. И в этот момент вы можете поймать самые восхитительные чувства, когда вы пойдете подметать улицы. Вы можете поймать самую глубокую благодарность, когда вы просто пойдете, начнете убирать мусор, раскиданные бутылки, там, брошенные сигареты, кульки какие-нибудь. Когда вы сможете пойти и помочь тому, кто не может себе помочь на данный момент. Животным, каким-то людям, что-то сделать, какие-то самые элементарные вещи, которые не пускают ваш мозг по каким-то причинам. То есть не пускают ваш мозг, говоря там, например, там, зачем мне убирать эти бутылки, когда я могу себе позволить нанять несколько человек, чтобы они это убрали. Нет, не пытайтесь заработать то, чего не принадлежит вам. То есть, смотрите, деньги сделал человек, сделали вы для удобства самого себя, но деньги – это не вы сами. Это тот ресурс, который сделан для удобства. Вот это у меня, например, домашний костюм, он просто сделан для удобства меня. Но это не я. Это, да, это мой костюм. И деньги, когда вы начинаете прикрывать свои действия, свои чувствования через временное растрачивание самого себя, вы не придете к себе. Смотрите, что такое временное растрачивание самого себя? Деньги, которые вы зарабатываете. У нас с вами будет марафон «Деньги – это просто». И там я как раз буду рассказывать, что такое деньги, что такое жить в изобилии для самого себя, для истинного себя. Когда у вас, смотрите, очень часто деньги мы неправильно интерпретируем по отношению не только к себе, но и к тому миру, из которого мы взяли их для себя. И вот деньги – это всего лишь ваше время. Это ваш временной ресурс. То есть, смотрите, денежные средства, которые... То есть, я сейчас не буду проводить вот эти вот банальные. Что такое деньги, для чего они тебе нужны, подумай. Это все банально уже проговорили до меня миллион коучей, психологов, сексологов, трахологов, ебологов, неважно. Вот. Поэтому мы туда лезть не будем. Это уже там раздутая тема до безобразия.
Но когда ты понимаешь, что вот в общей своей массе, когда у тебя есть эти шуршалки, либо эти нолики в телефоне, на карточке, да, в интернет-банке, ты понимаешь, что это твоя свобода. То есть вы все прекрасно знаете, что у меня были моменты, когда я жила абсолютно без денег. То есть у меня не было вообще денег. Но меня люди приглашали туда, оплачивали мне проезд, оплачивали мне проживание. Когда я кушала, там, мне предоставляли там что-то покушать. И я вот так жила в течение года. Вот прям целый год, когда у меня не было шуршалок. И я так жила. И потом я жила и с шуршалками. И чем отличалась одна жизнь от другой? Я и там была в наслаждении жизнью. И здесь я в наслаждении жизнью. То есть я и здесь общалась с теми людьми, ездила к тем людям, с которыми я расширялась, которые со мной расширялись. И с шуршалками я точно так же общаюсь с теми людьми, с которыми я расширяюсь, которые со мной расширяются. Но разница в том, что когда я была без денег, мой временной ресурс оттягивался. То есть нужно было, чтобы люди, у которых есть эти шуршалки, либо какие-то связи, неважно, чтобы они договорились, чтобы меня откуда-то забрали, чтобы куда-то привезли, чтобы купили мне билет, чтобы я прилетела в такой-то город. И вот этот временной ресурс моей свободы, моей воли, он оттягивался. А с шуршалками мне не нужно было ждать, пока кто-то договорится, пока мы согласуем, пока у нас пройдут какие-то моменты. Я просто здесь и сейчас раз это делаю, и свой временной ресурс я как бы его чик и уплотняю. И с уплотнением этого временного ресурса своего жизненного пространства, оно мне становится более плотным. И я могу ходить по своему временному пространству, по своей плотности абсолютно вольно в любое время, когда мне захочется. И чем больше у меня, я создаю себе этих шуршалок, тем плотнее я делаю свое поле. То есть чем больше у меня этих шуршалок, тем больше у меня возможностей сжать пространство, чтобы здесь и сейчас моментально сделать то, что я сейчас хочу. Вот я захотела сейчас полететь туда-то. Я не дожидаюсь, например, там недорогих билетов, или я не дожидаюсь, пока у меня закончится один процесс, потому что я не могу его нарушить, не могу его отменить, потому что он мне приносит деньги, там еще что-то. А я сразу же раз, то есть у меня всегда есть плотность моего мира, где я каждую минуту еще сильнее его уплотняю, могу делать любые моменты, которые нужны только для меня. То есть, смотрите, сейчас я нахожусь в той плотности своего мира, что я сразу же, поняв, где мне будет плотнее в моем мире, я эту плотность выбираю, и сразу же, которая другая плотность, более мягкая для меня, я ее сразу же убираю на задний план. То есть, если я понимаю, что мне важнее находиться вот в этом состоянии, вот здесь, вот с этими там людьми, с этими проработками себя, я это раз уплотнила, и тогда стадию ретритов я отодвинула. То есть я смогла себе позволить это. У меня нет такого, что, ой, я не смогу себе позволить, потому что я здесь не заработаю, людям я уже сказала, ты-ты-ты-ты-ты, и вот эта вот вся блевотня пошла. Этого уже нет. То есть я делаю то, что мне хочется в своем мире, я его еще больше уплотняю. И это говорит о том, что если я что-то делаю, что бы я ни делала, это я делаю прямо от истинного изобилия себя. То есть я что-то делаю, если я веду консультацию, то это истинно то, что я хочу. Не потому, что мне нужно заработать денег, не потому, что мне нужно заплатить за что-то, а потому что мне в кайф в моем плотном пространстве быть в этом. И про это мы с вами поговорим, что такое уплотнять. Вот. И как раз вот это вот денежный и финансовый ресурс – это плотность этого мира. Плотность этого мира, когда я могу в любое временное пространство позволить себе то, что я хочу именно сейчас.
И когда ты понимаешь, что такое плотность твоего мира, то ты тогда уже ориентируешься на внутреннее чувствование себя. Когда ты можешь себе позволить ориентироваться на себя, который ты есть, не ты тело, не ты та интерпретация через кого-то самого себя, а ты истинное состояние глубины и ширины всего пространства, которое есть. И когда мы начинаем себя чувствовать через себя, не через деньги, а через себя, тогда мы получаем для себя новые чувствования и ощущения. Это мы с вами опять возвращаемся к тому, как достать себя полуумершего в здоровом физическом теле. Когда мы говорим, что там я не буду собирать бутылки, да, могу 10 человекам заплатить, и они уберут это. Тут дело даже не про то, что ты, сколько ты можешь выкинуть денег, а про то, насколько ты можешь себе позволить уплотниться хотя бы вот в этом своем физическом теле, чтобы выйти из этой физики. Понимаете, ребят? И очень часто мы, прикрываясь деньгами, остаемся очень маленькими в этом большом и даже иногда здоровом физическом теле. И не можем себя найти. Кто я? Что я люблю? А что я хочу? А подскажите мне мое предназначение. И вот как раз возвращаясь к тому, что вот как раз, когда я была вот на этих конференциях, когда люди приходили там, не знаю, там все в бриллиантах и в пухах, все в часах на каблуках, вот они все вот прям вот такие, там роликсы, не роликсы, там некоторые приходили, у них там двое часов, и там начинали, там вот у меня одни часы, это кнопка, вот меня сюда сейчас вызовут, и я там поеду там к самому президенту на личном самолете, а вот эти вот часы, это просто, чтобы я смотрела время, а там они все там в бриллиантах, и там вообще непонятно в чем. И ты понимаешь, ты сидишь и смотришь, насколько его самого у себя нет, насколько он себя задвинул вот этим вот мхом, это даже не пухом, а мхом покрытым, вот этим пространством. Он, вот этот человек, для пространства ничтожен, он просто обслуживающая единица, обслуживающий персонал плотных людей. И когда он готов выйти вот из этого состояния, только тогда он может почувствовать, что такое я и что такое я для себя. Во всех остальных случаях чаще всего стараются такие люди вообще не поворачиваться к себе, цепляясь глазами за этот блеск бриллиантов, чтобы не только кому-то показать, насколько я ощутим финансово в этом мире, но и любому другому показать через себя, что как бы да, вот я вот такой значимый. Но значимый человек – это не тот, который не знает, кто он, а тот, который намного плотнее. То есть, может быть, человек… Я не говорю, что финансы не важны. То есть, в этом материальном мире финансы обязательны, но через плотность себя. А когда вы отделили финансы от себя, то вы не станете единицей этих финансов, и финансы не станут единицей. То есть и здесь будет вот это вот рыхлое финансовое поле, и здесь будет рыхлое тельце без никого. И вот чтобы вот этого не происходило, тогда не цепляясь за вот эти финансы, взращивайте плотность здесь внутри. Я не знаю, насколько понятно я это смогла объяснить вам, потому что мне... А многие ребята смотрят эфиры и говорят, очень интересно, все очень интересно. Непонятно, о чем ты говоришь, но очень интересно. Вот, да, и такое тоже бывает.
Здравствуй, Светлана. Здравствуйте все. Здравствуй, Мариночка. Шуршалки душу греют. Когда ты понимаешь, что такое душа, конечно, греет. Но это же не шуршалки греют душу. Смотрите, ребят, вот сейчас, что такое шуршалки душу греют, да? Нам же с вами, мы же сами себе не просто так показываем вот этими дефолтами, что не существует денег. Если ты сам по себе не плотный, никакой, то сколько бы у тебя в матрасе не было денег, здесь нету денег, если что. Сколько бы у тебя в матрасе не было денег, ты никчемный будешь, потому что ты на утро проснулся, дефолт, и весь твой матрас с деньгами, он превратился в ноль. И то, что тебя несколько часов еще грело, пригревало и нагревало, то сейчас это становится просто вот никакусеньком. Но если ты понимаешь плотность самого себя, то тебе не важно, есть у тебя этот матрас с деньгами или нет. Ты знаешь, что в любом месте, в любое время, где бы ты ни оказался, через плотность самого себя ты выровняешь все пространство, которое есть вокруг тебя, в такое же плотное, оставаясь в себе. Все это только в тебе. И я застала такой период. Я тогда работала в недвижимости, только-только начинала, и как раз я попала вот на такой момент, что утром, например, вечером там клиенты продали квартиру, а утром сделка покупать. И вот они вечером продали квартиру, а утром проснулись, а там уже другой курс. И очень многие остались без всего. И вот это был настолько тяжелый период, когда ты приходишь показывать квартиру, да, открываешь двери с клиентами, а там собственник на люстре повешен. Да, и такое тоже застало. И это к тому, что нет этих шуршалок, они не могут греть. Пока ты сам себя не согреешь, никакие шуршалки тебя не вытянут вообще ни во что. Пока ты сам не станешь плотным для самого себя. Хотела что-то другое сказать, но забыла. Видимо, не надо. Гремелки, шуршалки, гремелки, да. Очень интересно, но непонятно много. Да. Да, ты не... Смотрите, еще такой момент, ребят, что бы я с вами ни говорила, вы можете что-то не понимать. Но после эфиров вы прошлыми уже никогда не будете. Давайте я вам... Эфиры это немножечко так более размыто действуют. Почему я всегда говорю, что после ретритов вы не будете никогда уже такими, какими вы были до этого. Смотрите, что происходит. На примере ретрита я вам скажу. Все уже знают, доказанный факт, что наши клетки, неважно в какой части организма они находятся, они все общаются друг с другом. Буду говорить вам мультяшным языком, чтобы было прям абсолютно понятно. Они все общаются друг с другом. И чем чище ваш организм на данный момент, тем быстрее, как по жидкости ток, проходит вот это вот общение клеток. И когда вы можете видеть общение своих клеток, вы можете видеть общение клеток любого другого человека. И это действительно так. И помимо того, что вы видите, неважно, где этот человек находится, неважно, сколько между вами расстояние, клетка – это такая же плотность, как любой эфир вне клетки в другом теле. То есть вот человек, в нем клетки, вот человек, в нем клетки. Между ними, вот в этом пространстве, там тоже есть клетки с иной субстанцией. Но
это из одного и того же эфира, чтобы было понятно, с разными вкраплениями, вот так вот назовем, чтобы не углубляться в химию, в физику, да, чтобы это было понятно. И когда вы сидите, например, на ретрите, небольшое же пространство, где я могу считывать и общаться своими клетками с вашими клетками. Все мои клетки переплетаются с каждым из вас клеточками. И эти клетки, я создаю из этих клеток, создаю как вакуум. Он очень плотный. Туда больше ничего не проходит, кроме той информации, которую я даю, кроме тех знаний, которые вы получаете на клеточном уровне через мои вибрации. Спите вы на ретрите, едите вы на ретрите, танцуете, поете, неважно, что вы делаете, у вас идет полностью перепрограммирование к возвращению самого себя, к исцелению и очищению вашего внутреннего клеточного пространства. И через эфиры это тоже проходит, только на маленьком проценте. Поэтому, когда вы говорите, что очень все интересно, ничего не понятно, у вас уже идет переформатирование после эфиров к возврату к самому себе. Я никого не программирую ни на что, кроме возврата к самому себе. У вас целая вселенная, у вас есть все знания галактические, не только этой планеты. И когда вы смотрите, вы видите, вы чувствуете ту вибрацию, которая передается через клетки. Но когда вы находитесь на ретрите, то там уже абсолютно другие перестройки идут. Перестройки всего вашего мира. Всех тех людей, которые находятся вместе с вами. Когда вы уезжаете с ретрита, ваша жизнь не станет прежней. Потому что все люди автоматически, они как заражаются волей к самому себе через вас. И у вас все полностью меняется. Это если в двух словах. Почему я делаю ретрит в определенных городах? Потому что я чувствую, в каком городе будет какая вибрация и какая будет перепрошивка. Почему будет ретрит на Байкале и на Алтае? Там абсолютно разные вибрации, что на Алтае, что на Байкале. И там будет перепрошивка не только вас. Там будет перепрошивка в это время мира, нашей планеты с определенными галактическими рукавами. И в Новый год, кстати, в этот Новый год тоже будут определенные моменты. Которые вам вскроют вашу генетическую память. А если вы понимаете, что памяти нет прошлой и будущей, она есть единая. Очень ценная информация, большая благодарность. Спасибо, Ирина. Все верно, недаром я смотрю эфир. Да, ребят. Присоединяйтесь и еще недельки через две, наверное, я сделаю еще один безоплатный абсолютно эфир по пранафиту, чтобы у вас было понимание, это будет конкретно на физике, где я расскажу, какая мышца за что отвечает. Ну, например,
Возьмем такую ситуацию. Это очень распространенная ситуация, например, у женщин. Женщины после родов, очень многие женщины, бывает такое, что после родов, это бывает после рождения в течение какого-то времени, либо это остается на многие-многие годы, там, после второго, третьего ребенка, бывает и после первого ребенка. Что, например, все хорошо, она абсолютно здорова, все нормально. Но, например, где-нибудь чихнула, и раз, и немножечко выделение мочи. То есть, кажется, ключевое слово, что половые органы как будто бы мышцы ослабли и не держат. И очень многие врачи как раз про это и говорят, что не держат, и они дают упражнения для влагалища, для нижнего таза, чтобы у женщины ее половые все органы, которые находятся ниже брюшной полости, чтобы они начали работать, чтобы вот этих вот моментов не было. И очень многим женщинам это не помогает. И они опускают руки и просто вот пользуются этими ежедневными прокладками, всякой вот этой вот чешуей. Это не так работает. И мы как раз будем говорить про что это. То есть это как раз, что это такое, когда у женщины есть вот эта проблема, которая решается очень легко. Это нужно работать со спиной. Это чуть ниже лопаток, мышцы чуть ниже лопаток. Это как раз те мышцы, когда у нее идет не род, который был ба мама, бабушка, дедушка, ты, а род, который восполняет, на который начинает она, который ниже лопаток. Ниже лопаток это наш род. Который ниже лопаток наш род, если она на каких-то этапах чем-то недовольна, как правило, собой. То есть я не хорошая мама, я не хорошая жена, мне нужно лучше сделать, вкуснее накормить, лучше прибрать, чтобы ребенок был более умный, более грамотный, более улыбчивый, более здоровый. И пошло, пошло, пошло. Она даже не замечает, как это она делает на себя. И вот эта вот вся спина ниже лопаток, вот, она идет в расслабление. Она идет в расслабление и как раз дает это на женские половые органы, давайте так назовем. Тут очень много всяких моментов, и мы будем про них тоже разговаривать. Что нужно делать, какие упражнения и как проработать ментально, как проработать психологически, что нужно сделать физиологически, с чего начать прорабатывать эти органы, чтобы не было вот этих вот неудобств для женщины. То есть, понимаете, это вообще не внутренний орган, это спина, это чуть ниже лопаток. И когда мы будем знать вот такие моменты про свое физическое тело, представляете, как нам транслирует наше тело, что мы для себя не принимаем от самого себя. Во-первых, мы это можем разобрать, а во-вторых, мы можем урегулировать практически любую ситуацию нашего физического тела. Вот про это и будет пранафит. Может, вы подскажете, как противостоять глубокому кариесу, что может помочь? Не хочется удалять нерв, тем более зуб не беспокоит. А если начинать лечить, могут вскрыть и удалить нерв. Ребят, у меня, во-первых, по-моему, в школе автономии в Телеграме, по-моему, даже в закрепах. Точно не помню, там у меня есть, я скидывала зубная паста из трав. Обычные травы, как перемолотые с кокосовым маслом, как делать, чтобы вот этот вот кариес, он сходил на нет. А вообще каждый зуб, что такое зуб? Вы, наверное, замечали такое у себя? Ну, наверное, это у каждого есть. Вот включаете, бывает, какую-то песню, и эта песня тебя так заводит, и ты с этой песней, тебе кажется, тебе море по колено, там едешь ты в машине или где-то ее встретишь, и тебе кажется, когда ты ее слушаешь, там подпеваешь, там или в караоке кто-то поет, да, и тебе кажется, что ты прям такой или такая красивая, такая мощная, такая, и все вот это вот у тебя становится. Хотя иногда понимаешь, что слова там в этой песне вообще говнотень полная.
Но вот бывает такое, что прям заводит. Это как раз говорится о том, что при определенных... Это только я на песне, это можно хоть к чему, ну, вернее, к многому прикрепить, просто на песне это самое простое. Когда вы слышите песню, эти вибрации, мы первые вибрации, которые мы славливаем, это наши зубы. Зубами мы первые вибрации славливаем. Потому что больше всего окончаний в нашем теле это на зубах, под эмалью. Вот. И мы первое, что славливаем, любую вибрацию мы славливаем через зубы. Почему у нас коробочка мозговая лежит, стоит здесь? Потому что сразу же сюда раз идет, раз сюда идет. Почему мы едим через рот? Не потому что у нас здесь вкусовые рецепторы, а потому что здесь сигнал очень быстро переходит. И когда мы славливаем вибрационное поле какой-то песни через зубы, у нас мозг дает определенную структуру поведения для физического тела. Вы даже можете посмотреть, если какая-то музыка играет, одни там начинают руками там что-то танцевать, другие ножками начинают подтыкивать, третьи головкой начинают там поддергивать. И каждый чем-то своим, у каждого своя вибрационная волна пошла. Вот. И как раз зубы – это тот момент, когда вы не хотите что-либо услышать от внешнего мира. Но здесь зубы, они всегда работают в паре, всегда. То есть не бывает так, что только зуб заболел, а все остальное тело, оно здорово. Нет, нужно смотреть, это какая, это нижняя либо верхняя челюсть, это правая либо левая сторона, это какой зуб. От этого зуба мы уже смотрим с вами по телу, по мышцам, какая мышца, что с этой мышцей, что с этой рукой, что с этим плечом, что с этим коленом, что под коленом. Вот. И от этого выстраиваем целую систему вашего непринятия. Где у вас это непринятие? Почему оно у вас есть? Почему вы тащите, например, какой-то паттерн поведения от своих предков, чтобы у вас тоже болели эти зубы? Вот. Ну, то есть тут это можно разобрать при... Абсолютно неважно. Ногти плохие, зубы, волосы. То есть у человека, например, вы можете сразу же сказать, да? Если у человека не очень красивые волосы, ну как не очень красивые, наверное, как правильно сказать-то? Ну не густые там, да, или... Ну, видно, бывает, видно, что вот бывает девушка, я смотрю, девушка красивая, у нее все красиво, но вот она вот сделала хвостик, а там чуть ли не черепушка просвечивает. То есть это уже понятно, что идет какое-то достаточно сильное непринятие, в первую очередь, своего восприятия к самой себе, к самому себе. Это очень сильно отражается на волосах. Почему мужчины очень часто лысеют? Очень быстро лысеют. У женщин такого в основном нет. Потому что ему сказали, вот он родился, он еще лежит в кроватке, а ему уже такой список. Мужчина должен вот это. Вот. И там что только нет. И обеспечивать, и там посадить дерево, построить жену, там родить сына. И там просто миллион всего. Самое главное, там он не должен реветь, он не должен жаловаться. В общем, там очень много-много-много всего, где у нас просто останавливается завод волосяных луковиц. Останавливается, потому что он не хочет воспринимать больше ничего. Ничего, никакой связи. Он не хочет эту связь отдавать землю. Он не хочет земли принимать и отдавать ее обратно. То есть он останавливает этот весь процесс. Потому что у него идет четкое непринятие того, что вот этот список и кто он, два несоответствия. А ему никто не сказал, что этот список это как бы не к тебе относится, это просто вот учились писать. И тут очень много моментов, за которые можно зацепиться и которые можно прорабатывать. Но если мы, ребят, с вами будем прорабатывать, нам вообще что такое жизнь? Почему мы можем жить, я уже говорила, столько, сколько нам нужно быть в этой плотности? Потому что исследуя себя, мы вообще по-хорошему для исследования себя
через свое физическое тело, через свое сознание, через проработку своих мыслей, через проработку своей плотности самого себя и плотности, которая нас окружает. На это нужно примерно 1000 лет. И только после этого вы можете идти в следующую плотность, когда вы здесь уже полностью упакованы. Бывают люди, вот их называют просветленными, пробужденными, я эти слова путаю, вот, они моментально перед ними все открывается, выворачиваются наружу, они это все видят. И тогда они могут в любом возрасте, открывается это в 30 лет, они могут в 30 лет покинуть это физическое тело. 40, 50, во сколько это открывается, они в этом возрасте могут покинуть свое физическое тело, потому что они все это уже знают. Все вот это, все эти механизмы, они просто их знают, просто открываются эти знания. Если эти знания не открылись, не обязательно быть просветленным, вы просто можете это исследовать. Но тогда вам нужно будет времени больше, чем 75 лет. А чтобы это случилось больше, чем 75 лет, нужно начинать сейчас исследовать себя. Почему у женщины бывают упущения женских органов? Благодарю за ответ. Мариночка, ну это вот про это. Это опять же вот это все про проработку спины, ниже лопаток. Опускаются женские половые органы, все вот эти моменты, это когда она не принимает себя, то есть она всегда чем-то недовольна. Что бы она ни делала, это, знаете, иногда бывает, доходит до такого, у меня лично это было, когда я работала вообще в принципе одна, и бывало, я так уставала, что вот я приезжала домой днем, ну, по каким-то причинам, может быть, там на перерыв заехала, там или еще что-то, и меня вот рубило, бывало, что вот прямо рубило в сон. Я не могла себе позволить поспать, мне было стыдно. Я думаю, как это я сейчас лягу днем спать? Думаю, нельзя, не могу. То есть мне было стыдно перед самой собой, ведь в первую очередь, а я этого даже не понимала. И были моменты, когда я садилась в машину, уезжала куда-нибудь, и в машине там где-нибудь на обочине или в лесу там минут там 20, 30, 40 просто вырубалась и спала в машине, потому что дома мне было стыдно спать. И это ведь не только я такая, это же многие женщины, они же с тряпками стоят, чтобы, не дай бог, не сказали, что она что-то там не сделала. Тут очень много вот этих вот скрывашек, которые можно проговорить, но все, что касаемо женских половых органов, это все спина. Спина – это ближе к лопаткам. Чуть ниже лопаток – это вот это вот как раз, вот этот вот хлястик. Это, знаете, когда очень часто бывает у мужчин не так сильно, но бывает, а у женщин бывает, особенно после 50-ти, очень часто просят там внуков, да, или там, ну, дети уже взрослые, как правило, не очень, а внуки. Там почеши бабушки вот здесь, вот крылышки почеши, потому что дотянуться не можешь, но там прям, там такое скопление солей, там такие неразрешимая боль скапливается под лопатками, что ты просто ее не то что проработать, ты просто, когда тебе ее там чешут, у тебя уже там все начинается, там чуть ли не оргазм. Так почему же не хоронят до 70? Ну, потому что часто очень люди теряют себя лет 25, 35, 45. И ходят как зомби. Просто у них есть физическое тело, но их в них нет. И это физическое тело хоронят просто тогда, когда оно умирает. А человек уже в нем, в этом теле, его уже нет. Вы посмотрите на людей, особенно в магазинах. Это же кошмар какой-то. Они вот просто стоят, и вот они вот набирают вот эти вот продукты. Вот я смотрю, вот они набирают продукты, а у них даже, у некоторых даже меню в голове не срабатывает. Некоторые там с листочками, а некоторые вот просто, знаете, вот идут, и у них уже в голове вот этот вот такой аншлаг целый, там чего только нет. Вот сейчас вот сяду этот сериал смотреть, вот это вот сейчас поем, это сейчас выпью, это заем, это... И даже нет той стадии, а ты это сделаешь, чтобы что? Просто чтобы сделать. И вы понимаете, насколько нет человека в самом себе? И он живой, физическое тело-то работает. Его просто похоронят через несколько десятков лет, вот и все. А его самого нет. Вот пытайтесь себя всегда достать. Если чувствуете, что у вас
нет этого драйва, нет этой искринки, идите заниматься самыми обычными делами. Не ищите себе какие-то там масштаб масштабный. Самыми говнянскими делами. Я не знаю, мы с детьми очень часто берем эти пакеты мусорные, плотные, и ходим, ну, например, там на пляж сходили, мы рядом с морем живем сейчас, на пляж сходили, пособирали. А когда жили не в Сочи, не в море, мы уезжали, например, в лес. Вот возьмем, там, например, 10 пакетов. Ребят, за полчаса 10 пакетов мы втроем собирали с детьми 10 пакетов за час мусора. И просто насобирать этих пакетов. Но кто на что, кто что может? Вот мне это же самое простое — собрать мусор. Вот. Где-то покрасить. Мы еще с детьми красили эти бордюрчики белой краской, чтобы было красивенько. Вот. Что там еще делали? Там мусорки, мусорки у меня дети придумывали. Колотили. Да, они были несуразные, они были какие-то там, но это, блин, это же это то, что ты делаешь самим собой. Идите в самые простые вещи. А если уже утрачены зубы? Ребят, зубы растут. Если утрачены зубы, смотрите, но зубы тут, смотрите, такая вещь. Если утрачены зубы давно, то кость деформируется. Там, где был зуб, зубы, они же в десне, десна – это кость. И когда давно нет зуба, то кость деформируется, и даже когда делают импланты, эту кость наращивают, потому что кости нет. Приживется или не приживется нарощенная кость, непонятно, это первый момент. Потом на нарощенную кость приживется, не приживется имплант, это уже другой момент. Но если, например, этой кости уже нет, то пока вы не придете к осознанию, для чего вам нужно вибрацию получать вот этим зубом, он у вас никогда не отрастет. Это все через голову. И уже это не единичный случай, это настолько обыденная ситуация, когда зубы растут. И я могу сказать, ну, я всем говорила, да, у меня есть даже эфир, что я первый триместр, у меня был такой сильный токсикоз, что я была без еды. Вот. И у меня, когда как раз первый триместр, это когда формируется тело, тело ребенка, все внутренние органы ребенка. Вот. И сейчас, когда мы пошли с младшим сыном ставить брекеты, у него кривые зубы, как у старшего было, у старшего выровнялось, с младшим пошли ставить. Вот. И есть такое, что у нас капсулы зубов. А если кто-то ставил брекеты, они знают, что вот это вот, чтобы поставить брекеты, это нужно такие, столько этих обследований пройти, это просто кошмар какой-то. То есть там и фотографии, и продувка между зубами, чтобы посмотреть, как миллиметраж. И, ну, короче, там вообще столько-столько всего, и только на идеально здоровые зубы ставят брекеты. Только так, потому что они же не снимаются 1,5-2 года, 2-2,5, у некоторых 3, вот, чтобы ни в коем случае под брекетами не заболели зубы, потому что это же нужно все снимать. Ну, короче, там дофига дела. Вот. И мы думали, что младшему тоже поставим брекеты. И когда начали смотреть, у него сначала не могли понять, что у него такое. С одной стороны, как говорит, может быть, зуб не до конца выпал молочный, может быть, еще что-то. Вот мы сначала ждали около 2 месяцев, пока приедет еще дополнительный профессор из Москвы. И когда вот приехал уже профессор из Москвы, он посмотрел, показал, естественно, эти все снимки есть. Он говорит, ну вообще, говорит, есть такие, говорит, патологии при рождении детей, когда есть зуб и есть в капсуле второй зуб. Он говорит, ждем, пока вылезет второй зуб, и который один более здоровый, его оставляем, а другой убираем зуб. Вот такие, говорит, случаи есть. Говорит, но у вас здесь россыпь из 7 зубов. У меня у сына в одном месте россыпь из 7 зубов сразу. Вот. И пока они все не вылезут, мы, говорит, не можем ничего сделать. Его, конечно, снимки взяли на обследование в Москву, потому что, ну, это такой
единичный случай, так скажем, да? Вот. Говорит, это, говорит, какая-то, говорит, генетическое отклонение. Вот. Но не всем нужно все знать, чтобы понимать что-то, да? Это абсолютно не важно. Вот. И сейчас ждем, пока у него вылезут эти зубы, потому что некоторые зубы сросшиеся эмалью, что нельзя, например, один удалить, а второй, например, с этой же эмалью он уже не будет существовать априори. Вот. Пока они все не вылезут, непонятно будет, что с его зубами сделать и как они вообще будут расти, чтобы не было такого, то есть акула может ему позавидовать. Вот и такое тоже бывает. Поэтому все, что касаемо наших человеческих... Ой, ребят, у меня телефон разряжается, все, сейчас заканчиваю уже. Все, что касается наших физических, человеческих возможностей, поверьте, вот это самое простое, что вы можете сделать. Самое простое. И за мою недолгую практику, что я веду там консультации, какие-то семинары, там еще что-то, ко мне столько людей уже приезжали с анализами, когда отращивались и конечности, то есть прямо со снимками, да, когда нет определенной конечности. Проходит там 1,5-2 года, да, закругляюсь, проходит 1,5-2 года, и эта конечность отрастает, и просто врачи это не комментируют. Но это действительно все это есть, поэтому все, что касается нашей физики, узнавайте свое физическое тело. Уплотняйте его, и вы будете руководить то, что есть у вас. У вас все, что у вас есть, это ваше физическое тело, больше ничего. Как исследовать себя, с чего начать? Ребятушки, я это говорю практически каждый эфир. Посмотрите эфиры, присоединяйтесь к рождению аватара, будет марафон с 1 февраля, он запустится. Я вас всех благодарю, ребят, за вопросы. Благодарю, что вы смотрите, слушаете, что вы здесь. Всех крепко-крепко обнимаю, обняла. И до новых встреч. Всем пока.